Вот эта часть склона балки, она Никитина балка, ее по-разному называют, была местом сосредоточения советских войск в ноябре 1942 года, когда здесь были ожесточенные бои. И здесь находились госпитали и практически вся инфраструктура Красной Армии, и они по балке рассосредотачивали силы вот вдоль. Поэтому вот дальше мы видим как раз склон Лысой горы, куда и, собственно, шли наступательные бои уже в январе 43-го года. Но, к сожалению, балка, которая имеет уникальные вообще свойства, это родники, это дубовые рощи, прекрасный ландшафт, она загаживается местными жителями. В деле благоустройства Лысой горы, очистки ее от мусора, участвует большое количество людей и организаций. Очень большое спасибо, конечно, компании «Чистый город», потому что она постоянно взаимодействует с нами в плане предоставления техники и утилизации мусора. Волонтеры откликаются постоянно и в Волгу, и местные предприниматели очень охотно участвуют. Я думаю, что это общее дело, и мы должны, наша задача организовать этот процесс такой, это патриотический процесс на самом деле, это любовь к родине, любовь к своему месту, где ты живешь. И я думаю, что никто не останется равнодушным, мы постепенно втянем сюда всех жителей не только Советского района, но и города Волгограда. Группа компании «Чистый город» с удовольствием подключилась к уборке мемориала «Лысая гора». На данный момент мы вывезли более 1000 кубических метров отходов. В основном это строительный мусор, и разместили его на лицензированном полигоне. Мы очень рады помочь жителям города и городу Волгограду в таком, я думаю, значимом мероприятии, как уборка священного для нас места. Что хочется сказать, что большие затраты несем, более 500 000 рублей составили уже затраты на уборку территории. Хочется обратить внимание жителей, чтобы подключались также, подключались сторонние организации к уборке этого комплекса, так как мусора там очень много. Хочется попросить и обратить внимание сторонних и других организаций, чтобы они подключались к нашим акциям и помогали городу в уборке территории. Ну почему? Почему на эти квадратные метры, которые каждый из которых полит буквально огромным количеством крови защитников Сталинграда выбрасывается? Почему? Что случилось с нашими людьми, нам непонятно, но тем не менее это существует. Мы обращаемся ко всем волгоградцам: люди, прекратите, не нужно этого делать. Для того, чтобы сюда не везли мусор, конечно, нужно изменить коренным образом сознание горожан и, кроме того, все-таки ужесточить меры и ответственности, и меры контроля. Поэтому мы будем взаимодействовать и с властями муниципальными, и с региональными, и с ГУВД, с представителями Министерства внутренних дел, с тем, чтобы здесь надлежащим образом было проведено патрулирование со стороны Министерства внутренних дел, со стороны казачьих формирований, казачьих дружин. И я предупреждаю всех, кто попытается нарушить природоохрану законодательство, у вас будут изъяты и конфискованные машины. Вы подвергнетесь самым жестоким штрафам. Но мы не допустим, чтобы дальше эти святые места, места, где шли кровопролитные бои, захламлялись.